Крепления и болты поржавели, а вращающий механизм дал сбой. В таком виде колесо обозрения сегодня. Аттракцион установили 11 лет назад. 5 из них он не работает. Я с удовольствием каталась с внучками. Это мой любимый аттракцион, единственный. Потому что я в таком возрасте ни крутиться, ни кататься не могу. Так вот. А здесь так спокойно. Это и очень хорошее место. В таком состоянии конструкция угрожает безопасности отдыхающих, считают в парке. Хотя аттракцион остановлен, посетители все равно иногда садятся в его кабинке. Один прекрасный момент, это могло просто все сложиться, и не дай бог кто-то был бы здесь внизу. В Украине были уже неоднократно случаи, когда просто срывались и гибли люди. Поэтому его лучше, и я считаю, что это решение правильное, демонтировать. Чтобы вновь запустить колесо обозрения, необходимо не менее 1 000 000 гривен, рассказывает Дмитрий Везенков. Но такой суммы в городской казне нет. Не хватает денег и на содержание объекта. В случае запуска колеса трагическим последствиям. Значит, в связи с этим было принято решение, что колесо необходимо демонтировать, потому что это внешний вид нашего городского сада. И также в том году был произведен осмотр данного колеса комиссии специализированной, есть соответствующее заключение о том, что данное колесо не пригодно к эксплуатации. По словам Дмитрия Везенкова, завершить демонтаж колеса обозрения собираются через 3 недели. Конструкцию сдадут на металлолом. На этом месте планируют положить тротуарную плитку. В будущем здесь появятся либо спортивные тренажеры, либо детская площадка. Светлана Киксева, «Панорама».